Здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу свое мнение про колесные танки. На тесте накатал там уже часов 10. В принципе, я накатался на этих колесиках, напереворачивался, навзрывался. Это было, конечно, весело, задорно и забавно. Но такое ощущение, что если введут это в рандом, то он превратится в какой-то фан-режим. И здесь я, наверное, сразу раскрою все карты. И мне кажется, что ВГ, вообще не боясь ничего, осознанно идет на этот шаг вводить колесную технику, несмотря на то, что очень много людей не хотят ее видеть, но они все равно настырно ее суют на основные серваки, потому что эти танки, наверное, зайдут детям. Ведь детям что надо? Весело, задорно, кататься, веселиться, смеяться с друзьями, там гыкать, агакать. Плюс еще, когда умираешь, танчик весело куда-то там взлетает, улетает и его калашматит. Бои быстрые, незатейливые, можно сразу 8, 9, 10 уровень оставлять в ангаре и по очереди на них летать по всему рандому и взрываться. Давайте перейдем ближе к этим танкам, и я вам расскажу минусы и плюсы колесной техники. Давайте я начну с плюсов, поскольку он один, то мы быстро с плюсами расправимся. Плюс, конечно же, единственный — это активный веселый свет, который иногда заканчивается какими-то случайными ваншотами, случайными переворотами, случайными разбиваниями лицом об землю. Ну и сопутствующий то, что если человек хочет активно повеселиться, он активно повеселился. Давайте перейдем к минусам. И сразу же к этой активной игре минус первый. Очень неудобное и кривое управление. Танк на этих колесах часто подпрыгивает, даже на мелких кочках. Вы можете не въехать даже в ровную улицу. Вы по ней ехали, по ровной улице. На кочке подпрыгнули, влетели в дом, сдохли. Все. Либо враг вас убил, поскольку вы остановились и вы легкая мишень. Второе. Тоже связанное с управлением. Он не может крутиться на месте. Он не может просто повернуть вправо или влево. Ему нужно сделать круг. Хоть и небольшой, но нужно сделать круг. Также пушка не особо не поднимается, не опускается, французская. Барабанов в ветке нету вообще ни у кого. Барабан есть только у премтанка. Следующее из минусов, что скажется на рандоме. Рандом, скорее всего, ускорится еще быстрее, поскольку если человек, который сидит на колесном танке, хорошо играет, то он будет давать начальный подсвет сразу, мгновенно, на первой минуте уже все будет светиться. Поскольку на высоких левелах обзор все-таки максимально развить можно. И ваш танк будет все видеть. Это на низких левелах там нет обзора. На высоких левелах все-таки его можно раскочегарить до пайками, просветленками и даже без фиолетовых модулей на десятке можно сделать максимальный обзор. А это значит, что на первых минутах будет светиться арта, тяжи. И если одна команда зажимается и ее всю пересвечивают, ее с первой минуты можно уже при возможности обстреливать и убивать. А это значит, что ХП еще быстрее начнет отлетать. А это значит, что бои будут еще быстрее. Также если человек, который играет на колесном танке, плохой игрок, то ХП тоже будет отлетать быстрее. Но не от врагов, которых он светит, а от него самого. Либо залетела какая-нибудь ВБРная плюха фугасная, и все, вы лопнули на все ХП. Также из минусов у этого танка очевидный, что у него пробитие очень маленькое. На 10 уровне пробитие под калибером, это основной снаряд, 190. Пробитие голдой кумулятивом 240. Это хорошо, что пробитие небольшое, а то это было бы и так перебор. На самом деле я на десятке поиграл. И если научиться, приноровиться к этому управлению, играть от альфы, а альфа там, кстати, 390, хоть и КД долговатая, не как у ЛТшки, обычно у ЛТшек быстро КДшится пушка, но там за счет того, что альфа, КДшка долговатая, как для ЛТ. Разъезжая по картам в хороших позициях, можно на этом танке довольно-таки неплохо понагибать. А если еще и потратить на него очень много времени, то я думаю, в умелых руках этот танк может наделать очень больших проблем для вражеской команды. Но очень часто будет гореть жопа и у владельца этого корыта колесного, поскольку управлять им очень тяжело. И ведет он себя на кочках вообще непредсказуемо. Его кидает как кисель какой-то в разные стороны.
Также у врагов будет часто пригорать, потому что они очень часто слышат самое любимое слово танкистов – попадание. Услышали слово попадание, эта колесная помойка как летела, так и летит без одного колеса, дальше ей все равно. На низких левелах эти танки скорее занимают то, что я и видел в прем-танке, который начали тестировать на основных серваках. Это бесполезные, корявые, убогие помойки. А вот на 9-10 уровне уже какие-то танки жестковатые. И допустим, десятка уже, на мой взгляд, на такой грани находится по сбалансированности, что еще чуть-чуть и она будет прям явно имбой. И возможно даже наноют, что ее на тесте понерфят. Но она тогда сразу превратится в ненужный кусок параши. На ней сейчас тяжело играть, но вся тяжесть в основном заключается, что тяжело управлять этим корытом. Стрелять, стабилизация, точность очень хорошая. Пробитие, в принципе, если вы крутите, то пробития достаточно. Кемперить на этом танке особо не надо сдалека. Активный свет выполняется очень хорошо. Если бы это был бы гусеничный танк, то это была бы имбища жесткая, потому что управлять было бы очень легко. А поскольку это колесное кривое нечто, управлять тяжело. Но если вы сумеете хорошо на нем управлять, то девятка-десятка натворит очень бед больших. Ну и короче, если это введут в рандом, то отчасти он в какую-то сторону поломается. Что уже происходило с рандомом много раз. Я не знаю, сколько еще раз можно его переломать, он уже и так весь переломанный. Но есть еще такой момент, что в картошку играет очень много людей, которые никогда в жизни в нее не научатся играть. И что они будут показывать на этих колесных танках, я даже не представляю. Этим бы людям, которые не умеют играть, поиграть на обычных, тяжелых, там, средних танках, бронированных, не спеша, аккуратно, от позиции, внимательно куда-то смотреть. Но они же по-любому накачают этих бабах, колесных этих танков, будут ваншотить куда-то там иногда случайно и разбиваться на этих колесных танках. Хаоса в картошке только прибавляется с каждым годом, что очень плохо сказывается на турбобоях, которые никому не нравятся. Это было мое мнение про колесные танки. Я его вам не навязываю, вы можете свое мнение написать в комментариях. Я почитаю, может быть, найду что-нибудь интересное. С вами был Варчик, играйте красиво, пока!